Американская онлайн-платформа Uber Eats разработала автономного робота, который будет доставлять еду в Японии. Об этом сообщили представители компании. Новинку разработал местный технологический стартап. Робот-курьер оснащен 6 камерами и функциями искусственного интеллекта, которые помогают распознавать объекты и дистанционно управлять машиной. В компании сообщают, мини-доставщик будет ездить по пешеходным дорожкам со скоростью до выше 5 км в час. Он умеет объезжать препятствия, уступает дорогу пешеходам и останавливаться на светофоре. Услуга заработает в марте. Таким образом, Япония станет второй страной в мире после США, внедряющей такой вид доставки.